Может, всего 10 или 15 серферов в мире способны серфить на самых опасных местных волнах. Многие серферы погибли на них. Я Сева Шульгин, мне 44 года, я собираюсь прокатиться на одной из самых больших опасных волн на планете, на волне Джоус. Сева из тех парней, что любыми способами совершат задуманное и стараются все время выйти на новый уровень. Даже самые странные и безумные волны не смущали его. Если на Джоус может что-то пойти не так, то это пойдет не так.